Эта икона примечательна тем, что это одна из 28 икон, которую написал святитель Лука, то есть тот самый евангелист Лука, который написал первый образ Пресвятой Девы. Еще ее называют в Польше Матка Боска темная, которая действительно с ликом таким темным написана. Этот список попал к нам необычным образом. К нам пришел мужчина, принес 3 доски темные от времени и сказал, была какая-то икона. Эти доски положили в иконописной мастерской, и когда пришло время с ними работать, стали их расчищать и обнаружили, что это не какая-то икона, а именно образ Чистоховской Божьей Матери.